Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и в эфире у нас игрушка под названием Saurion. У нас, кстати говоря, на канале есть плейлист, посвященный данной игрушке. И, собственно, там есть немного некоторых видео, которые мы проходили около года назад. Так вот, почитав некоторые комментарии под видео на канале, подписчики, собственно, вы, друзья, посоветовали мне снять одну, может быть, либо несколько серий этой игрушки Saurion. И, кстати говоря, если вам понравится данное видео, чем больше комментариев, лайков, просмотров и всего прочего, мы с вами обязательно проведем стримчик по этой игре. Ну и, конечно же, как обычно, я устрою опрос на канале. Ну что же. Saurion. Для тех, кто не знает, что это за игрушка, это игрушка по выживанию динозавров. Собственно, это не мультиплеер, это одиночные прохождения. Нам давно здесь обещали добавить тираннозавра Рекса и пахицефалозавра. Но пока что в данной игре, в данной версии у нас есть Дакота Раптор, за которого, также повторюсь, есть прохождение в плейлисте Saurion, и есть три Цератопс. Много, конечно, чего было добавлено, но мы не следили за развитием данной игрушки. Ну, собственно, давайте вкратце сегодня с вами посмотрим, что появилось нового, а вы, если что, дополните все остальное в комментариях. Итак, имя Sky, пол у нас, давайте пускай у нас будет самец. Сложность мы поставим, сложность выживания, я так понимаю. Сложность выживания нормальная. Ну что же, старт, гейм, поехали. Такс. Мы, по-моему, родились. Мы в гнезде. Но я себя не вижу. А, вот я. Подождите, я маленький какой-то зеленый, токсичный, салатовый. Хэтч, трайк, вау. Блин, малыш, конечно, смотрится прикольно, мне нравится. Так, ну, по крайней мере, год я не был в этой игрушке. Сразу скажу, что здесь изменилось. А визуально преобразился лес. Я скажу так, что достаточно добавили много интересных каких-то красок, цветов, анимации растений, возможно. Если кто-то прям давно играл, ребят, вы можете заметить, да, то, что как преобразилось немножко Saurion. Ну, а если кто-то играл недавно и вообще давно следит за этой игрушкой, постоянно чилит в нее, и вы скажете, что ничего в Saurion не изменилось. Не знаю, как по мне, она немножко даже преобразилась. Даже сейчас просто обратите внимание на небо. Посмотрите на облака. Раньше, вот сейчас я вижу это 3D облака, по-моему. Я не скажу, как-то они натуралистично выглядят, сделаны. Но, по крайней мере, раньше то, что это было, как-то, знаете, нарисовали на бумаге, приклеили и все. Так, ладно, давайте потихоньку начнем приспосабливаться, осваиваться в этом жестоком мезозойском мире. Так. Мы можем нюхать. Насколько я помню, мы можем нюхать. И это кнопочка Е. Клавиша Е. Мы нюхаем. Отлично. Мы можем кушать. Это кнопочка Q. Вроде бы. А наш трайк, наш малыш трайк, маленький, он ест, по-моему, вот этот папоротник, если я не ошибаюсь. Стадия H. Две ночи. Вроде бы две ночи. Так было раньше. Я не знаю, как сейчас. Две ночи, и мы вырастаем до Джува. Мы видим некоторые запахи, да? Вот такие вот какие-то беленькие точечки, пузырьки. Это запахи. А что за запах? Давайте посмотрим. Это, по-моему, следы. Ага, я вижу следы своих родителей. Мы видим родителей.
Три трайка, три больших трайка. Кстати, они, по-моему, сделали скины. Они добавили какие-то скины, но по дефолту мы появляемся чисто уже на определенном... С определенным скином. Мы не можем здесь настраивать, и, к сожалению, это... Это печально для меня. Особенно для тех людей, которые очень любят возиться со скинами, настраивать их, тратя на это кучу вообще просто времени. Вот этот маленький папоротник мы можем кушать. Но мы пока не кушаем его. Я нажимаю Q, ничего не происходит. Такс. Давайте попробуем сходить к воде. По-моему, пока мы хэч, определенно, пока не достигнем полстадии хэча. Вот видите, да, у нас рост хэч. Возраст age у нас 0. То есть возраст нулевой, мы только родились. И вот пока половина не будет, по-моему, мы не можем ничего кушать, если я не ошибаюсь. Это было раньше, поправьте меня в комментариях. Я нажимаю Q, мы не можем есть. Зеленая шкала — это у нас голод. Синяя — это вода. Нам нужно пить. И красная — это у нас ХП, по-моему. Это у нас жизнь. Насколько я помню, здесь водятся какие-то крокодилы. Типа дейнозухов. А, вот, я могу пить. Да, я потребляю воду, и это клево, это классно, это мне нравится. А знаете, как я это сделал? Это левая кнопочка мыши, собственно. Почему-то я думал, что может быть, раньше... Почему я нажимал на Q? Раньше вроде бы работало это все, нажимая клавишу Q. Мы могли кушать и пить, нажимая данную клавишу. Так, вот этот папоротник, он точно съедобный. Но он, по-моему, очень маленький. Он еще не вырос. И мы не можем его есть. Видите, да? Он как будто бы открывает рот. Так. Подождите. А, вот. Да, я все-таки могу его кушать. Тот папоротник очень маленький. Мы потребляем пищу. И вроде бы, как бы от насыщения, от более лучшего насыщения, мы можем быстрее вырасти. Видите, салатовая шкала, и у нас такая более ярко выраженная оранжево-зеленая, я бы даже сказал. Это полное насыщение нашего трайка. Пишите в комментариях, ребят, хотите стрим, то обязательно. После выхода данной серии... Мы с вами проведем стримчик по Саурян. Карта, по-моему, достаточно большая. Есть определенные локации, где водятся различного рода динозавры. Такие, как что-то похожее на шантунгозавров. Но название у них иначе. Если что, мы все это рассмотрим прямо на стриме. Все их названия. Блин, было бы классно, если бы в данной игрушке, даже считая того, что она одиночная, да? Одиночное прохождение. Простой такой, я бы даже сказал, геймплей. Но если бы было бы больше здесь динозавров. По сути, здесь и есть энциклопедия, которой, по-моему, около, поправьте меня, 15 видов динозавров. Если бы они все были бы игровыми, это было бы классно. Так, С, мы можем просто сидеть. А мы выросли? Да, мы достаточно быстро растем. Я был прав все-таки. Поедая, поглощая пищу, папоротник, насыщая себя, мы растем быстрее. Давайте поспим, я думаю. Давайте проведем первую нашу ночь. Я хочу уже вырасти просто быстрее немножко. Вау! Шикарное ночное небо. Раньше я даже не видел вот этих всех звезд. Даже они сделали как-то немножко так по-детски, я бы сказал, в крапинку, в точечку. Но я уже хотя бы представляю, что это ночь в Саурян.
Раньше было просто черное небо. Они добавили луну. Немножко оживили, и это круто. Это мне нравится. Это шикарно. У нас 4 трайка. 4 трайка фулл. А я единственный, интересно, малыш. Единственный ребенок в данном стаде трайка. Что еще мне нравится в Сауре, он это вид от первого лица. Вот это классно сделано. Намного удобнее, конечно, играть от первого лица, даже, знаете, проводить охоту, когда ты играешь за Дакота Раптора. Ты быстрее находишь каких-то ботов, которых можно съесть. Такс. Папоротник. Нам нужен папоротник. Сколько у нас рост? У нас рост пока что половина хэтчлинга. Ничего не изменилось. Мы можем поедать вот эту траву, вот эту растительность? Давайте попробуем. Да, мы можем есть эту растительность. Это тоже какой-то маленький папоротник. Даже не папоротник, а... что-то похожее на какой-то сорняк. Но мы его, короче, можем потреблять в пищу. Это классно. Еще мне нравится очень музыкальное сопровождение Сауриан. Музыкальное сопровождение в этой игре всегда было на высоте, и это круто сделано. Причем музыкальное сопровождение подстраивается под определенную тему. То есть день, ночь играет такая позитивная, либо напрягающая фоновая музыка. Я хочу полное насыщение, я хочу забить весь желудок. А вот мне интересно, когда мы вырастем, мы можем мигрировать со стадом? Либо, я не знаю, мы будем с ними как-то здесь сидеть все время тупо на одном месте. Кто-то мне писал когда-то, что здесь достаточно боты тупые, скажем так. Я не знаю, каково оно сейчас. Но, возможно, когда мы вырастем, то мы со своим стадом мигрируем. Так, мы можем подавать некоторые знаки. Такой социальный дисплей здесь есть. Да, это клево. Давайте подадим знак опасности. На меня. Мы что-то пропищали? Непонятно чего. Окей, ладно. Я хочу попить. Мне нужно пить. Голод быстро уходит. Ну, понятно, мы растем. Я не знаю, видите ли вы или нет, но вон там вдалеке такой маленький темный силуэт еще одного трицератопса, переплывающего данный водоем. Водоемы здесь вообще очень опасные. Они просто кишат здешними крокодилами, которые, кстати, с легкостью могут вас убить. Да, это хорошее пропитание для них. Также NPC, по-моему, Струтиамимы здесь есть. И вроде бы как, я могу ошибаться, стадо нападает на стадо. Чужие стады трайков не ладят никак с другими. Так же, как и остальные виды травоядных. Да-да. Вот этим мне нравится Саурион. То есть, все-таки здесь как-то своеобразный такой мир ботов. Вроде бы не очень умно выстроен механизм, но с другой стороны, они понимают, когда что-то происходит, опасность или еще что-то, они действуют согласно как бы своему инстинкту. И это круто. Это мне нравится. Так, гнездо пока есть. Давайте ляжем спать. Я хочу рассвет. Я хочу дождаться рассвета уже. Отлично. Кстати,
Заметно, прямо заметно говоря, наш трек вырос. Посмотрите, какой он уже большой. Мне кажется, это даже уже стадия Джу. Ну-ка, подождите. Нет, это все Хэтч. Но мы близимся к Джу. Наш трайк достаточно тяжелый, уже даже приближаясь к этой стадии, посмотрите, как он ходит, да, медленно переставляет ноги. Мне это нравится, это круто. Ну, само по себе выглядит очень круто. Мир визуально изменился с того времени, пока я не играл в Саурион. Так. Давайте понюхаем. Возможно, пока я не могу прямо-таки различать различные запахи растений, других каких-то видов динозавров, пока мы не вырастем до определенной стадии. Я не знаю. Короче, на стриме, если что, все это рассмотрим. Так, насыщение. Ну, пол желудка это достаточно для него пока что. Пускай сначала фул адолты подойдут к воде. А, посмотрите, я обратил внимание, то что все-таки здесь боты намного уже переработанней. То есть я подошел к воде. Они понимают, что я маленький, что я детеныш, и они идут за мной охранять меня. Представляете? Невероятно круто это сделано. Блин, это здорово, это круто, круто, круто. Мы можем поедать этот папоротник? Так, ага. Как я и говорил, по мере роста мы можем кушать уже другие растения. А что с насыщением? Насыщение, по-моему, то же самое, да? Ничего не увеличилось. Я думал, оно как-то будет более действенным. Больше будет заполнять наш желудок. Блин, игрушка, конечно, прямо топовая. Если бы она развивалась не семимильными шагами, то я думаю, что даже для одиночного режима игры, в принципе, у нее было бы хорошее развитие, хорошее будущее. Не знаю, плохих отзывов в Стиме я не видел. Собственно, если вам понравилась данная серия. Оу, май гад, это что за звук был? Кажется, это малыш, второй бот, предупредил о какой-то опасности. Но я не вижу никакой опасности. Да, нас три детеныша. А я думал почему-то, что я один. Три детеныша. Блин, классно. Ладно, если вам понравилась данная серия, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и ставьте колокольчик. Пишите комментарии обязательно. Чем больше комментариев, тем быстрее будет стрим по ней. Да. Все, до новых встреч.